Да кто у нас сегодня школу прогуливает, а? Прогульщица. Привет, ребятки. Всем привет. Сегодня Риту не отправила в школу. У него сегодня было утром почти 38 температура. Очень сильно кашляла. Ну и решил, думаю, зачем других деток заражать, да? Лучше дома посидеть. Так что мы сейчас будем завтракать. Ксюша у нас в школе. Все, будем кушать? Папа у нас еще дома. Работает сегодня с обеда. О, мой чаек. Спасибо. Так, я тут влог загружаю. Ты что будешь? Мангу будешь? Да. Как ты себя чувствуешь? Ну, так. Уже зима, у нас дождь. Ладно. Почему не снег? Не знаю, будет снег, не будет. Ты будешь? Сейчас папа ножичек принесет и вилочку. Ты к учительнице заходила? Да. Все сказала? Да, я скажу, что она болеет. Молодец. Хорошо. Как дела в школе? Нормально все? Угу. Тепло в кофточке? Да? Не жарко? Все трогали. Да, я так и поняла. Все щупали. Мягенькая, хорошая. Жарко. Жарко? Ты, наверное, бежала? А, ну понятно. Молодцы. А мы только недавно покушали. Маргарита еще в пижаме ходит. Маргарита, иди переодевайся. Давай, иди. Иди, переодевайся. Все? Что ты так хорошо надеваешь шапочку? Мы будем скучать по тебе. Возвращайся поскорее, ладно? Все, давай. Пока-пока. Хорошо тебе побегать там. За Маргариту побегай. А вы что тут, товарищи? Тунеядцы? А? Школу прогуливаем? Дождик у нас идет. Что, скучно? Да. А, лучше в школу пошла? Да. Да? Как ты с кашлем в школу пойдешь? Чтоб ты никого не заразила. Ты там накашляешь. Там детки заболеют еще. Ты кто здесь красился? Я и Каролина. Да нет. Маргарита говорит, что она тебя красила. Ну, она все смыла. Ты все смыла уже? Потому что она сказала, потому что я с Максиком лежала. Я сказала, ты на меня. Это помада? Да. А кто блески на нее насыпал? Я. Зачем? Я. Чтобы было красивей. И что? Она красивей? Да. Макс, тебе нельзя краситься, ты мальчик. Иди руки мой, нельзя. Иди помой ручку. Не мажь здесь. Это же палки. А это просто розовый? Да. Да, розовый. Смотри, этот уже в наборе, он уже... Так она скатывается, когда ты мажешь. Посмотри в зеркало. Но! Это просто белый цвет. Просто белый. Сейчас я намажу на голове. Он уже вот так... Уже так был. Понятно. Он так в наборе. Ты уже накрасилась? Ну-ка, покажи. Накрасилась. Красавица. Угу. Нет, все, больше не надо. Что ты здесь делаешь? Макса! Так он знает, где ты уже. Выходи давай. Болеет человек, называется. Надо было в школу идти сегодня тебе. Ты мюзикл снимаешь? Что ты снимаешь? Я ищу музыку. Ищешь музыку? Угу. Угу. Ксюшка пошла за попкорном. То есть не за попкорном, а ну, у нас дома микроволновки нет. Она пошла к бабушке наверх. У нас бабушка живет на 10 этаже. Она пошла к бабушке, чтобы там в микроволновке приготовить попкорн. Попкорн захотелось на ночь глядя. А мы тут снимали видео в лайк. Да.
Так что переходите в лайк, смотрите. Это мюзикли, а где лайк? И вот. Максу понравилось, он еще хотел. Он даже Маргариту выгонял. Говорит, я, говорит, сам буду петь. Не давал Маргарите, чтобы она с ним вместе снималась. В общем, ребятки, я оставлю в комментариях внизу все ссылочки на все странички девочек. Так быстро? Так быстро? Ты что, упала? Нет. Нет? Что случилось? Что? Папка! Давайте, высыпайте. Папка! Подожди, нужно разорвать немножечко. Осторожно, осторожно. Он не весь приготовился, он очень страшный. Он соленый, да? Да. Мы один раз покупали, сладкий был. Так, это мусорку, Макс, отнеси. Ведерко отнеси. Горячее? Откуда? Отсюда вам масло? Надо осторожно. Ты что, горячая же, да? Обожглась? Надо осторожно. Ты прям, наверное, дырочкой вниз держала, да? Ну, да. Ну, ты даешь. Конечно, там же масло. Это чуть-чуть долго там будет. Да? Это нет, это другой. Это больше. Этот. На. Иди, выкидывай. Все, приятного аппетита. Это Максиму Каролину и тебе. Пока. Пока. Ушли, все. Ты им какой-нибудь фильм-то включи, не знаю, там мультик или что-нибудь. Мы сегодня с Маргаритой и с дульками. Чья дулька красивей? Моя. Я самая большая. У меня уже падает. Так, все, мадамы. Девушки-красавицы, спать? Я завтра в школу. Завтра в школу, все, отдохнул один денечек, хорошо себя чувствуешь, молодец. Все, скучно даже дома, а так что в школе, наверное, с друзьями как-то пообщаться можно. А тут малышня постоянно дома. И хватит вас выкрутить, ну кто что от вас. Как... Воскресенье, да, тебе на день рождения? Шоколад, каугуми или имбирь. На, косметику убирай. Это... Давайте. Как все, девочки. Это... Сегодня не пришла посылка. А может, и пришла, мы не слышали? Мам, опять? Я не слышала. Ты слышала? Нет. Я тоже не слышала. Должна была прийти посылка, но заказывала я с H&M одежду там, костюмчики, комбинезончики. И уже я неделю назад заказывала, в среду. Получается, четверг, пятница. Ну да, получается. Ну завтра, если не придет, то это уже тогда, я не знаю. Завтра обычно 3-4 дня. Максюша. Ксюнь. Завтра будешь краситься. Убирай давай. У тебя висит вон. Кусок помады. Самый любимый вкус этого. Дай мне брызни лимончика. Это может. Надо это. Спасибо. Давай, Маш. У меня рука занята. Все, больше не надо. Все, пахнет буду лимончиком. Так приятно. Мой любимый вкус. Там лимон. Тоже есть соль для ванны. Стоит. Да, классно пахнет. Вкусно? Супер. Любимый вкус мой. Все, давай, слетай с кровати. Там мы пойдем в манор. Там тоже есть этот... Просто там... Крема такая для прыщев. Подвал. Не для прыщев, а для прыщей. Да, для прыщей потом не русская. Давай. Для прыщев. Тебе еще рано для прыщев. У тебя еще нет прыщев. Да, нет. Нет. Ну, один был на спине, это не считается. Оттуда... Это не считается. Два. Все, давайте. Лекарство все равно тебе надо выпить обязательно. Я тоже такую хочу кофточку. Мама, я почему на взрослых таких нету? Я бы тоже себе купила. А что ты такую себе не взяла? Не понравилось тебе, что ли? Ну, я забыла. Забыла. Как я забыла? А у меня такой нет блестящий? То есть...
Эй-я. Что у тебя завтра? На завтра до 4. Вот эта одежда летняя? Да. Ее надо убрать? Да. Ну, это ж эту черную футболочку нет. Угу. Эту я буду. Хорошо. Ладно, ребятки, мы идем спать. С такой дулей. У меня как будто это. У меня как будто антенна на голове. Я ловлю. Я ловлю Wi-Fi. Кому Wi-Fi надо? Нет. Я Wi-Fi ловлю. Мама. Чего? Упс. Что у тебя с голосом? Что у тебя? Я сама пойду куплю. Если завтра получится, завтра пойду куплю. Ну, я хочу. Я знаю, какой ты хочешь. Я не хочу лол. Я не знаю, что ты не лол хочешь. А какой? Ты хочешь Paw Patrol. Paw Patrol. Ты хочешь Щенячий Патруль? Нет. Нет? А что ты хочешь? Потом покажу. У нас не получится поехать все вместе, потому что вы учитесь, а потом папа работает. Да. Мне нужно купить только утром. Покажу. Хорошо, потом покажу. Поехать в единорог! А там единорог есть? Да. Ну я посмотрю. Ну крутой, хачима. Если нету единорога, то тогда хачима. И вы будете прям открывать каждый день по одному окошечку? Нет. А зачем тогда он вам нужен? Нет, я буду каждый день. Я хочу... Нет, лучше мне сейчас покупать, потому что я буду... Так прикол там в том, что... Ну скоро, если папа, мама завтра купит, значит через 3 дня можно уже первое окошко открыть. Первое число? 28 дней. Первое число это декабрь. 1 декабря суббота. Нет. Так что до субботы я успею купить. Все. Окей. Гудбай. Все, что там ковыряешь? Скидку. Успокойся ты с этим, никак не угомонишься. Просто оно офигенно пахнет. Все, спокойной ночи. Гутенахт. Гутенахт, бобр. Лекарство.